лауреат международных конкурсов «Татарин года 2016» Рафик Балита. Вот. Engaging smarter. Yeah.
Рахматуллар. Туған жылы бізге әлі. Әр ерсі аяқты ба? Дорогие друзья, Адерли Деслар, у нас в гостях представители Татарского культурного центра города Москвы, солисты ансамбля татарского танца «Ильдан» Динара Агдамова и Александр Алексенко, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радив Яваев. Встречайте! Thank you.
Динара Агдамова, Александр Алексенко. Ведь Сабантуй – это очень древний праздник, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. И я хочу, чтобы вы это увидели наяву. На сцене башкирский фольклорный коллектив «Ак-Тирме». Художественный руководитель Гульсина Батыршина. Музыкальный руководитель Венера Магасумова. Встречайте, хоршолога! Башкирия – чудесный край. Богата наша земля лесами, реками, озерами, широкими полями. Но главное достояние нашей республики – это его народ и удивительное творчество.
Сиди.
сюда, сюда, сюда. Thank you.
турари, ката тура турари, ката тура турари, ката тура турари. Thank you.
Прекрасный коллектив, ансамбль «Актерме», руководитель Гульсине Батыршина и музыкальный руководитель Венера Максумовна. Алкыштар, дуслар. Зур рахмет. И вновь на эту сцену приглашаем солистов ансамбля танца «Ильдан» Диляре Адгамова и Александр Алексеенко. Встречайте, пожалуйста. Алкыштар, дуслар. Ансамбль татарского танца «Ильдан». Друзья мои, какой замечательный праздник у нас получается. Праздник единения, дружбы, где люди от всей души улыбаются друг другу. Сабантуй отмечают во всех регионах страны, также в разных уголках мира, где проживают татары. И как замечательно, что сегодня праздник случился у нас с вами в Южном Бутово. Поэтому я предлагаю продолжить и пригласить на эту сцену уникальную артистку,
Она награждена медалью Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре. Я не могу.
Yeah.